Приветствую вас, уважаемые зрители моего канала. Сегодня хочу поделиться с вами одним вкусным и довольно простым рецептом курочки в сливочно-чесночном соусе. Для этого нам понадобится тушка курицы от 1,5 до 2 кг. Сливки пол-литра, я беру 10%. Головка чеснока, хмели сунели, кинза и смесь перцев. И начинаем готовить с того, что разрезаем курицу по грудке пополам. Так вот разрезаем и раскладываем курочку. Сейчас хорошо промоем и будем укладывать в нужную нам посуду. После того, как курочку разрезали пополам, накрываем ее пищевой пленкой и молоточком для отбивания хорошенько отбиваем курицу. После того, как отбили хорошенько курочку, подбираете подходящую посуду, чтобы можно было ее вот так вот в разложенном виде положить. Я для этого использую казан 6-литровый, но можно использовать, если у вас есть в хозяйстве, большие сковородки. Теперь насыпаем соли по вкусу. Я примерно ложу чуть больше половинки, пол столовой ложки соли. И насыпаю приправу хмели сунели. Все хорошенько перемешиваем и накрываем пергаментной бумагой. Хорошенько втираем приправу в курочку со всех сторон. После того, как натерли хорошенько приправой, добавляем растительное масло. Масло добавляем немного, чтобы курица не подгорала. И теперь накрываем листом пергаментной бумаги. А на пергаментную бумагу ставим сверху груз. Я для этого использую сотейник. Сотейник наполнил водой, закрываю крышкой и теперь это все ставлю на огонь. И поджариваем курицу примерно 15 минут с одной стороны. Потом поднимем наш груз, посмотрим и если надо будет, перевернем. Пока наша курочка жарится, мы подготавливаем соус. Мелко нарезаем кинзу и чесночок. Чеснок тоже нарезаю довольно мелко. Так вот примерно все нарезается. И потом еще порублю немного ножом. После того, как нарезали чеснок с зеленью, все выкладываем в тарелочку и делаем соус. В кинзу и чеснок добавляем сливки. Пока курочка жарится, дадим соусу немножко настояться. Добавлю немножко соли и добавлю смесь перца. Хорошенько все перемешиваем и примерно соус у нас будет настаиваться минут 20.
Прошло около 20 минут. Перевернул курочку. Пробую вилкой. С этой стороны уже довольно хорошо поджарилось. Теперь опять же ложу пергаментную бумагу, ставлю груз и прожариваю вторую сторону около 15 минут. Прошло 15 минут. Довольно хорошо все прожарилось. Курочка стала полностью мягенькая. И можно теперь заливать соус. После того, как нальем соус, накроем крышкой и минут 10 потомим курочку на медленном огне. Прошло 10 минут, выключил огонь, снял крышку и, как видите, получилось довольно сочная, аппетитная и вкусно пахнущая курочка. Очень вкусный рецепт. Рекомендую вам приготовить и попробовать. Пока не попробуете, вы просто не будете знать, о чем я вам рассказываю. Сейчас отрежу кусочек курочки и попробую его. Так вот получилась наша курица. Конечно, запах не передать словами. Сейчас попробую небольшой кусочек. И попробую вам передать свои впечатления. Курочка мягенькая. Вот не знаю, друзья, даже вот не могу передать, это надо просто попробовать. Очень такой вот нежный чесночный соус получился. Мясо курицы просто вот с ним гармонирует. Всего достаточно. Ну, я, друзья, вам просто рекомендую взять и приготовить точно так же. И потом написать в комментариях, насколько вам понравилось данное блюдо. А на этом буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. Смотрите также еще видео по готовке. У меня много интересных вкусных рецептов. До новых встреч, друзья!